приюте для собак и кошек «Зоодом» сегодня находится на содержании более 180 животных. Все они нуждаются в постоянной заботе и регулярном уходе. Так депутат Госдумы Александр Толмачев и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Павел Жуков совместно с молодогвардейцами и неравнодушными местными жителями передали в приют несколько упаковок необходимого питомцам корма различного вида, а также наполнители. Есть потребность в том, чтобы привезти корм, еду для питомцев, потому что ее много никогда не бывает. Заодно посмотрели, узнали, какие есть проблемы, потому что, конечно, ну, на сегодняшний день власть обратила внимание на тех энтузиастов, которые наберут себе ответственность, и наша задача теперь сделать так, чтобы земельный участок был выделен, чтобы была поддержка. Помимо того, что животные постоянно нуждаются в корме, им также нужно общение с людьми. В этом могут помочь все желающие, став волонтером в приюте. В основном, конечно, мы бы хотели, чтобы ребята привлекались сюда в качестве волонтеров. У нас волонтеров около 60 человек, даже больше. И каждое воскресенье у нас проводится массовый выгул. Мы стараемся каждую собачку вывести туда на поле и погулять с ней. Адаптируются, они привыкают к людям. Я говорю, пенсионеры приходят, и с детьми, с маленьким приходят. Если вам нужен верный друг, то не нужно искать его где-то далеко. Питомца можно взять себе из приюта. Также можно передать корм и тем самым оказать помощь четвероногим. Принять участие в благотворительной акции может каждый. Подробности на сайте, который представлен на экране. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.